ниже. Уровень потихоньку поднимается. Ну, для следующей лодки, которая пойдет. Да, да. Вытекает, то есть ровненько делает. Конечно. Она выравнивается с этой стороны, чтобы следующая лодка пошла опять, зашла сюда, а потом опустится. Ну, нормально. Явно оба что-то задевает, не знаю, об стенки, это он, значит. Или стенки? Я думаю, стенки. С той стороны, причем. Он опять с той стороны там. Интересно. А, ну. А. Сейчас зацепят. Опа. Все, встали. Мотор у него обычный. Воняет, кстати, выхлоп. Хлорид и приехал, смотри. Все, хлорид. А, и не знаю. Не, может он там был зарегистрирован. Или может он там зарегистрирован. Или их там строят. А я не знаю, где их делают. А, я думал, в той башне там никого нет. Вот он туда куда-то пошел. Может, может. Ну да. Сейчас пойду закрываться. Процесс пошел. Так, закрыли. Теперь у нас что? Thank you.
Everybody behind that yellow line, please. Thank you.